В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта». Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Традиционно в забеге может принять участие любой желающий. Старт и финиш на второй очереди набережной реки Волга около бассейна ЦСКА ВВС. Торжественное открытие фестиваля в 7:30. Также в День России состоится гранд-финал «Самфеста». Центральным элементом фестиваля станет ладья, как олицетворение пути к новым горизонтам и возможностям. Кульминацией праздника станет уникальное пиротехническое мультимедиа-шоу. Его можно будет увидеть на крыше оперного театра, а сюжеты – 3D-мэппинг-шоу на его фасаде. Фестиваль продлится 3 дня. Финал – 12 июня с 14 часов на площади Куйбышева. В связи с проведением «Самфеста» с 4 часов утра 12 июня до 0 часов 13 июня ограничивается движение транспорта вокруг площади по улице Чапаевской, Шостаковича, Красноармейской, Вилоновской и Молодогвардейской. Также на этих участках с 18 часов 11 июня до 0 часов 13 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Движение автобусов маршрута номер 24 будет организовано по скорректированной схеме, информирует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Следом за «Самфестом» в Самаре пройдет «Волгофест» с 13 по 18 июня на первой очереди набережной. В этом году на пляже появятся 4 масштабные инсталляции: 2 башни, непостоянная воздушная башня и основательная башня-опора. Одним из нововведений этого года станет площадка под названием «Скажи да» – место в конце пляжа, где будет построена свадебная арка, которая станет главной фотозоной для влюбленных. По будням фестиваль будет работать с 16 часов, а выходные – с 12, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары.